Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как мы готовим салат с крабовых палочек. Это всегда легкое и вкусное дополнение на праздничном столе. Для салата нам понадобится 1 баночка кукурузки, 3 свежих огурца, 5 яиц, 1 пачка крабовых палочек, лук и соль. Для начала отвариваем яйца. И чистим их. Снимаем целлофанку с крабовых палочек. Моем огурчики. Открываем консервированную кукурузку. Нарезаем крабовые палочки, яйца и огурцы. По желанию добавляем свежий лук и солим. Добавляем консервированную кукурузку ко всем ингредиентам. Заправляем майонезом. Хорошо перемешиваем и ставим салат в холодильник на 15 минут, чтобы он настоялся и остыл. После этого салатик можно кушать. Всем приятного аппетита!